Завершают одни проекты, начинают другие. В мэрии презентовали концепцию нового дворца спорта. Его планируют возвести на улице Центральный аэропорт на окраине Одессы. Объект будет трехэтажным, 16 метров в высоту. Проектировщик задумал арену в форме круга с угольным выступом. С одной стороны, у дворца будут два зала, тренировочный и основной, более чем на 3000 человек. То есть сооружение сможет принимать практически все виды международных соревнований, кроме континентального форума по баскетболу, где требования к вместимости арены не менее 6000. Основной зал делится еще на три мини-площадки для небольших юношеских и молодежных соревнований. Новый дворец спорта позволит использовать его не только для спортивных состязаний, а и для культурно-массовых мероприятий, в частности концертов. Размер здания порядка 80 метров в диаметре. Высота 16,5 метров, есть высотное ограничение в зоне действия взлетно-посадочной полосы. 8,5 тысяч квадратных метров общей площади предусмотрено этой концепцией. Мы только что говорили с представителем Федерации баскетбола. Спортсмены изложат свои требования, пожелания, и они будут учтены уже при разработке проекта. Мы много лет занимаемся этим проектом, именно поэтому мы в всех наших инвестиционных форумах 5Т и других предлагаем всем инвесторам проект дворца спорта, либо офисного центра, выставочного центра в городе Одессе. И действительно, к сожалению, многие вопросы упираются в Киев. Концепция – это предпроектный документ, своего рода декларация о намерениях. Создание проекта займет более полугода, а строительство – минимум еще несколько лет. Сейчас главная проблема – поиск денег. Город профинансировать строительство не сможет. В мэрии рассматривают два основных направления – включение в правительственную программу или же привлечение частного инвестора. Мэрия выделит землю под дворец и оплатит строительство сопутствующей инфраструктуры, в частности транспортной.